Переложниково. Это деревня в Селивановском районе Владимирской области. Есть три версии происхождения ее названия. Согласно первой, поселение некогда было местом, где путники могли остановиться и переложить, то есть поменять лошадей, чтобы продолжить движение дальше. Другая версия соотносит название Переложниково со словом «перелог». Так раньше во Владимирских говорах называли часть поля, которая была оставлена для отдыха, восстановления почвы, и которая начинала зарастать лесом. Еще одна гипотеза связывает топоним с легендой, будто жителям деревни когда-то давно пришлось уйти с прежнего места жительства. Чтобы заново не строить себе дома, они разобрали старые и переложили бревна на новом месте, в результате чего и появилась деревня Переложниково. Стоит отметить, что в отличие от многих других названий, которые повторяются не только в пределах нашей области, топоним Переложниково является уникальным и нигде больше не встречается. Зачинок. В говорах Владимирской области встречается существительное «зачинок» для названия истока реки. Существительное «зачинок» образовано от глагола «зачинать» со значением «начать». Исток реки – это место, где водоток берет свое начало. Таким образом, именно за то, что с истока река начинается, это место и получило название «зачинок». Бюллетеня или бюллетня. Слово «бюллетень» французского происхождения имеет несколько значений. Чаще всего это название официального документа. Так как слово французское, то ударение падает на последний слог «бюллетень». Слово в современном русском языке склоняется как существительное второго склонения. Следует отметить, что последнее гласное «е» при склонении сохраняется, а формы типа «бюллетня» считаются грубыми ошибками, которые возникли, вероятно, по аналогии с другими исконными существительными второго склонения, где встречаются беглые гласные в корне. День – дня, пень – пня и так далее. Однако слово «бюллетень» сохраняет все признаки заимствования и не изменяет характера своей основы. Бюллетеня, бюллетеню, о бюллетене, бюллетенями. Пруф. Вас могут спросить, где пруфы? Или так, пруфани. И это будет означать одно. Какие ваши доказательства? Пруф – это любые подтверждения или улики, аудио и видео, документы и фотографии. Итак, пруф – это доказательство. Mm-hmm.